Привет, ребята! Меня зовут Кривошейная Елена. Мне нужны некие обычно келени. И я сейчас нахожусь в Иране, в Тегеране. И вот эта вот кирпичная стена сзади меня, это где-то за ней прячется посольство Российской Федерации. То есть я тоже из Российской Федерации. Видимо, если я попаду в переделку, вам надеяться, что не попаду, спасаться я где-то должна буду в этом посольстве. Вообще в Иране нельзя снимать полицию и все с полицией связанное. Надеюсь, посольство Российской Федерации не считается связанным с полицией. Ой, кошка. Кошка там бегала. Ну ладно. Просто хотела ее сфоткать. Да, я такая немножко прибалдевшая. Все очень непонятно в этом Иране. Но улочка-то, может, здесь не очень интересная. Я просто на карте увидела, что значит все-таки здесь это посольство Российской Федерации. Решила, ну, хотя бы пройти мимо. То есть, по идее, на карте за этой стеной нарисован какой-то сад, а в саду посольство. Ну, еще что-то, кроме него. Но не факт, что я его увижу. Ну, хотя бы посмотрели, что охраняется оно достаточно хорошо, да? Вот такой вот стеной. Итак, посмотреть местное. Местная улица, местные домики. Но здесь как-то не очень все весело. Ну, так, обыкновенно. Обыкновенные дома, машинки у них есть местные, есть, ой, господи, есть не местные. В смысле, у них как бы закрыта торговля, но как-то они провозят эти машины. Ой, там полиция, там, наверное, нельзя, я выключаюсь, все, пока-пока.